работники почты регулярно радуют меня своими нововведениями. Последний раз отправляли посылку мне непосредственно в почтовый ящик. А последний раз пришло вот такое извещение. Просто на клочке обычной бумаги, да еще и оторвано неровно. Написано в руке, ну, чем дальше, тем проще и проще. Уже проще скоро будет некуда. Ну вот, я уже получил посылку. Это долгожданный манна-под. Ну, вы уже все равно по названию все догадаетесь, поэтому что интригу тянуть. Вот, манна-под — это одна из тех вещей, ради которых вообще изначально я зарегистрировался на AliExpress. И, наконец-то, я ее заказал и получил. Итак, начнем распаковку. Купончик на бесплатную пиццу. Шутка, конечно. Вот он. Почему-то я думал, что он будет немного побольше. Но с другой стороны, главное не размер, а главное то, чтобы он был легкий. Он очень легкий. О, меня интересовало в последнее время, после того, как я его заказал, я обратил внимание, что здесь также есть отверстие под болт, и он может служить как удлинитель для штатива стандартного. Весьма длинный и очень легкий. Класс. Так, теперь интересно, как она регулируется, только вот так и вот так. И также есть контргайка, которая закручивается. Не понял, для удобства монтажа. Вот так только вперед и назад. Возьмем, к примеру, попробуем этот аппарат. На самом деле очень удобно. Супер, я доволен.